Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте. Кто не работает, тот ест. Учись, студент. А компот? Руки. А? Мыли? Ах, да. А что еще вкусненькое у тебя есть? Человек! Официант, хочешь, я один раз стоится? И три корочки хлеба. Филонишка! А руки на полноте! Стол и пообедать не имеет права! Да! А вот не с утра все обеды! Сейчас же не работать! Кому говорю! А, плохо мы еще воспитывать нашу молодежь. Где ж кушно мы живем? За наше случайное знакомство! Это как его? Волюнтаризм! Есть такое слово? Надо. Хватит порву. Мало кто знает, но еще за год до Чернобыльской катастрофы советские химики изобрели секретное вещество, обеспечивавшее многократное повышение производительности труда, и тайно испытали его на условных добровольцах, коими оказались студенты химического факультета МГУ, что было вполне логично. Некоторые из них даже участвовали в его разработке в рамках курсовых и дипломных работ. Аэрозоль под условным названием «Азверин-85» тайно распылили в окрестностях деревни Уваровка в Можайском районе под Москвой. Как раз осенью 1985 года там, в колхозе, четверокурсники помогали убирать урожай картофеля, но из-за неожиданных побочных эффектов «Азверин» сняли с производства, а студенты благополучно забыли об эксперименте. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. Я злой и страшный серый волк. Я в поросятах знаю толк. А, липочка! Только без жертв. Чем больше сдадим, тем лучше. Почему вы меня все время роняете? И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат. Thank you.
Здравствуйте! Вы наши туристы? Отстали от группы! Подбросьте нас до города, а там мы как-нибудь уже сами! Начнем с обуви. Именно обувь делает женщину женщиной. Это же вам не лезгинка, а твист. Показываю все сначала. Носком правой ноги вы давите окурок вот так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Второй круг. Вы давите носком левой ноги. А теперь оба окурка вы давите вместе. Джентльмены, мы идем на поиски клада. Здорово, отцы! Папаша, огоньку не найдется? Новая партия старушек? Кто хочет поработать? Я! Подождите. Цементный завод? Я! Погрузка угля? Я! Уборка конюшен? Я! Кроме того? Я! Да подождите вы, гражданин! Огласите весь список, пожалуйста. Как пройти в библиотеку? Строго на север, порядка 50 метров, расположен туалет типа сортира, обозначенный на схеме буквами М и Ж. Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Сколько я дорезал, сколько перерезал. I'll be back. Я вернусь. Сейчас червей накопаем, позавтракаем. И на рыбалку пойдем. Пусть думают, что мы спортсмены. Господи, мне теперь гораздо веселее стало. Подружки, слава богу, разбираются в моде. Журнал «Бурда» смотрим ежемесячно. Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору. Ну так и быть, 50%. Половина моя, половина наша. Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны. Контора пишет. Ловкость рук и никакого мошенничества. Это возмутительно! Отдайте мою ладью! Ааа!
Объявляю экстренное сообщение. Из института неразрешимых проблем сбежала Рома. Всем известно, труд облагораживает человека. И поэтому люди с удовольствием ходят на работу. Лично я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает. Американский ученый энтомолог следую на Суматру в поисках бабочек. Больше нельзя есть людей направо и налево, как бы ни хотелось. А по праздникам? Нет, нельзя. Все болезни происходят от мяса. Ну и пусть. Организм, ослабленный потреблением мяса, не в силах бороться с инфекцией. Ну и пусть. Это откуда это к нам такого красивого дяденьку замело? Или что, забыл, сказать пришел? Пять минут работы, и сразу хорошим человеком станет. Ну, чё новенького на плюхе? Это лучшая работа в мире! 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 Может, меня даже наградят. Наши люди в булочную на такси не ездят. Думаю, стоит отдельно сказать об участии женщин в руководящей работе. Партийная, советская, хозяйственная ноль. Приходится признать,
что возможности для выдвижения женщин на ответственные посты реализуются еще не в полной мере. Они делают полезное и нужное для народа дело. Спасибо им большое. Россия вас не забудет. Честь и слава советскому человеку, человеку труда. Он главное бесценное богатство нашего общества. Дорогие товарищи, на раскачку у нас нет времени. Надо работать, надо делать дело. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?